Всем привет, сегодня снова с вами Басон. Мы продолжаем проходить Darksiders. Давайте пойдем дальше, что у нас посмотрим здесь есть. Ну ты какая? Мулипуся. Так, что мы здесь нашли? Искатель кладов. Да вроде такую же находили. Это что, на каждой карте получается такую? Жалко, прибить нельзя. Ну ладно. Так. Мы слева пришли, пойдем дальше направо. Опять это Бабалейшн. Это банши прям похоже. Привет, шишкин лес. А, вот получается, зачем надо было. Так, он что, прокачался у нас? Почти третий уровень. Вода и огненные демоны. Вообще прям совместимость. То есть, по сути дела, демоны это монстры, существа, независимо относящиеся к огню, к воде. Где ж тут вульгрим-то, ё-моё? Один мой сундучок, получается, просрали это. Так где же он там был-то? Ну и ладно, нахрен с ним. Опять этот летающий понос.
Интересно, по трубам таким можно подниматься? Не, он не может. Получается, единственный вариант только вот здесь это. Блин, и куда ж мне теперь деваться? Что здесь у нас? Опа! Так, сундучок, осколок ярости полноценный, теперь три ячейки. Так, теперь куда и нам? Так. Чую, попахивает нас босятинкой. Опа-на, нежданчик. Да, это или чё? Thank you.
Чё она там распёрлась-то? Себе. Как ждет, чтобы она не жарила это? Жарит, я не могу ничего сделать. Да. Опять же, штуки нас спасают. Тень такая непонятная. Сосиски гриль по заказу и налови. Так, то есть время есть достаточно. Чё-то затрубило его. Чё, прижатель хаоса стал сильнее, прижатель хаоса переполнил.
Ух ты! Опять свой жало распускает. То есть это еще хрень меня может рикошетить. Теперь, в принципе, ясно, как она убивается. Единственное, что минус. Шкалы здоровья не видно. Ух ты, ёшки, почти все здоровье. Нифига себе. Чё-то она прям в бешенстве. В общем, контрольные точки мы все поняли. Теперь знаю, как с ней бороться, с этой хрена паучих или что-то такое. Какие мы злые. Поближе поедем, чтобы далеко нам не бегать.
Нифига себе. Что-то здесь какая-то вообще. Сыпется вообще непонятно откуда. Жестковато прям. Потому что с один из камушек упал, сейчас сразу вся куча свалилась на меня. Ну, опять пожиратель остался мне. Падает. Ух ты как. Сразу. Такого в предыдущий раз не было, когда был демон, убил ее. Забивается подальше. Челюсть ломаем. На, зараза. Да, жестоко, конечно, так. Вагонетка по морде. Ух ты! Сердечко. Еще одно. Сперли сердечко. И я опять демоническом лечи. Типа получаем сердце сразу. Целый плюс жизнь. Благо, хоть далеко не пердеть. Два есть и два осталось. Может, ты и попадешь в башню? Тогда-то и начнется самое интересное. Я твою морду бы разбил. С возвращением, всадник. Кстати, мог бы и постучать, но это не в твоем духе, похоже. Уже понял. Странный вопрос для того, кто только что вломился в мой дом. Ты не всегда был черным молотом. Ты живешь в изгнании, отшельником среди надгробий. Почему? Какова твоя роль в происходящем, Ультей? Всадник. У меня есть кое-что для тебя. Вещь хорошая, но для меня хрупковата. Тебе она больше подойдет. Ух ты. Ствол. Ё-моё. Ты не ответил на мой вопрос, древний. Ну, может, мне вид из окна нравится. Тебе-то что? Ты просил о помощи, я помог. Если будешь неблагодарным... Я могу на тебя рассердиться. Думаешь, я боюсь смерти, мальчишка?
вовсе не смерти тебе стоит бояться. Какой суровый. Пистолет. Тонкая работа, нужна с конечным запасом патронов для истребления врагов. Конечно, на среднюю мышку не очень удобно. Ну ладно. По крайней мере, хоть дистанционно больше. Дистанция хоть больше. Так, здесь никаких бонусов нам не предвидится. Так, что там у нас? Рад снова видеть тебя, всадник. Честно, если ты не будешь идти, можешь что-нибудь сковать? Все, что ли? Летите прочь! Да. Вот он весь разговор. Тум-тум-тум-ту-ту-тум-ту-тум. Так, по карте там ничего интересного нету, вкусного. Нет. Ну и ладно. Так, куда ж нам надо? Так, Ульгрим. Ульгрим. Вот он. Логово его. Надо затариться. Вульгрим достал для тебя кое-что новенькое. Так, увеличивает урон, наносимый творителем. Конечно. Твоя мудрость равна твоей силе. Коса есть. А почему перчатки нету? Давишь на меня, всадник. Заражать врагов недолго постепенно. Так. Держимость появились. Что у нас тут еще? А, то есть это если ящик скрыть и наполнить. А, ну. В общем, да. Полукругом. Дьявольский крест. На Капилунора вкачаем. Стою демона. Ты слишком давишь на меня, всадник. Теперь плакальщицы есть из-за чего поплакать. Хорошая работа. Теперь займемся делами. Да, только дела интересуют. Так, туда, надо направо, все понятно. Хотя проще было бы норами, наверное. Пи-ду-пи-ду-пи. Рыбка. Чё это рыбка вообще? Не канает. Какой у нас уровень-то хоть этого нашего
Уже третий, почти четвертый. Коса не качана, это не качана. Да. О, туда надо зайти. Посмотреть, что там валяется. Может, что-нибудь интересненькое есть. Интересный сундучок. Даже ни разу способность выставить последнюю четвертую. Так. Шипина перед. Камень на второй, третий. Сюда. Чума четвертая. Еще три какие-то вещи можно будет найти. Что у нас по карте здесь поблизости есть интересные? Нет? Ну и ладно. Ой, ты какой, лапочка. Отрываем тебе колок теперь. Сначала рога, потом головку. Так, стопэ. Нам туды. Интересно, он что-нибудь убит вообще? Что-то он, конечно, ни о чем. Так, а здесь что-нибудь в этой локации есть? Засранец, да? Уже свежее время нарезка, когда эта колбаса идет. Комбо-шмомбо. Даже добить не успел. Какие стали? То они нападали теперь. Так, туда я. Да. Пускай.
С той стороны. Так. Что-то я про способности совсем забыл. Вот это интересно, что такое. Там он желтенькая, там. Блин, так и хочется достать. К сожалению, не получается. Так, что у нас тут? Что за вопли? Лязгающий вентилятор. Там я был, наверное.
ничего нету. Привет. Приветики. Тонкая нарезка. И как, ты доволен собой? Война и черный молот ощипывают голубей. Из тюрьмы ты умудряешься многое видеть, Самаэль. Ты немногое сможешь укрыть от меня, всадник, потому видит ум, а не глаза. Что тебе известно про ангела Уриил? О, а я-то думал, что всадники выше таких земных страстей. Она думает, будто я убил Авадона. Воины небес боготворили своего предводителя. Уриил же. Я бы сказал, что ее восхищение носило менее профессиональный характер. Она готова на все, чтобы покарать виновного в его смерти. Я сражался с демоном, убившим Авадона. И он обретет свою кару. Страга! Сильнейший из приближенных. Конечно, ты еще столкнешься с ним. Он получает силу от цитадели и не станет отходить от нее надолго. Зная то, чему я научил тебя, ты можешь даже пережить вашу встречу. Чье сердце теперь тебе нужно, демон? Сердце Стигийца, короля древних червей, заполонивших пепельные земли. Черви очень быстро плодятся в столь плодородной почве. Плодородной? Плодородной от мертвечины. Все вокруг покрыто прахом погибших на войне. Может, тебе повезет. Безмозглые демоны ловят червей ради забавы, но порой охотятся и на других созданий. Сильнейших из них потом заставляют сражаться друг с другом на арене. Демоны пытаются обуздать Стигийца. Они не знают, что в огромном теле чудовища бьется черное сердце приближенного. Как же демоны избегают пепельных червей? Тебе известно про хроносферы? Один из даров древних. Говорят, что владеющий хроносферой может управлять временем. Он может остановить его, ускорить или даже обратить вспять. Верно. Старых мастеров уже нет. Но демоны могут использовать хроносферы, пускай и не столь искусно. Я передам тебе знания о хроносферах. Не все, но его, возможно, хватит, чтобы справиться с пепельными червями. Возможно? Возможно, нет. Разве можно быть в чем-то уверенным, всадник? Ну, кроме как в нашем уговоре. Я опять в портал слинял. Хрономант. Теперь война может использовать хроносферы, чтобы надолго замедлить течение времени. Ну ладно, на этом, я думаю, мы закончим. Всем спасибо за внимание, ставим лайки, подписываемся на мой канал, оставляем комментарии, ждем дальнейшего продолжения. Всем спасибо за внимание, пока.